Ну, дамы и господа, сегодня мы собрались здесь. Я уже даже иду пешком. Ладно, не буду томить. Думаю, все уже поняли. Мы идем в гости к господину аптекарю. У меня сегодня очень странный для него набор. Ну, кто там с ним функционировал, да, в сюжетке? Понятно, господин Джун Ли. ГГшечка. Чичи у меня нет. Сяо они откачивали с ЦЦ. Ну и вот это вот не спрашивайте, это чтобы она не прилетела. Вот, крутить, не знаю, буду за столом. Ой, я решила поговорить с чуваком. Присядем. Та-дам! Красота. Ковех у нас еще вышел. А я еще даже не тыкал. Я уже даже прошла эти забеги. Пусть будет курс, а там как пойдет. Вот. Ну, сам знаешь, кому молиться я не буду уже. Не канает. Рейден. Ну, это у тебя, Рейден. Я не знаю, у меня что-то это не складывается. В прошлый раз она тебе помогла. Поэтому пусть лучше господин лекарь приходит побыстрее. Я ему заварю какой-нибудь зеленый чаек. Байджу я жду очень давно. Я помню, что, по-моему, даже когда я уже проходила сюжетку Ливье, вот только-только, по сути, начали играть, я сразу так у тебя спросила: о, а он есть в игре? А ты говоришь: нету. Посмотри, какой у него глаз бога висит, мол, типа Дендра, а этих персонажей этого региона в игре нет. Вот, я тогда очень расстроилась. Ну, кто знал, что Сумеру будет следующее. Вот, собственно, играем-то мы всего год. Вот, посмотрим, как мне сегодня повезет или нет. Надеюсь, что да. Ух, так что, зеленый чай. Уху! А, я не показала, правда, что там на счетчике откручено, но у меня прям вот-вот. Кандаки. У меня не было кандаки. Если что, говори не со мной, а с камерой. Что у меня в истории? Шенечка? Угу. Ну и значит, тут туман. Угу. Армаз. А что происходит? Это же двадцатка. Ну, отлично. Так. Ну, Рейден, надо молиться. Простите. Секунду. А ты мне все не веришь. В прошлый раз про канал, и в этот раз тоже вон уже что-то. Тихо. Другой вопрос, что? Я там это похолодела. Вспотела. Да, все. Даже если просер на двадцаточке, это вообще это не шикоз, страшно. Да. Да. Колокол. Что еще могло мне упасть? Ну все. А что происходит? У меня просто ни разу вообще в жизни, чтобы ивентовая лего без просера да, за двадцатку. Коллега. Какое у него там созвездие С1? А какое созвездие С1? Ладно. Ну, блин, или сигну. Что делать-то? Здравствуйте. Здравствуйте, господин Байджу. Но я не помню, что у нее с сигной. Сигна, вот она какая-то новая, крутая. Ну, от Лукамаса твой. Просто, видишь, у меня Лукамаса есть. Ну, вот она на ХП. Там все это ля-то-поля. Ну, под него делается все, там все понятно. Вот, я не знаю, нужна она мне или нет. Ну, тут вот эти вот зеленые штучки, вот, которые аквамарин, да, я вот его хотела, и катал. Нет, катал есть один. У тебя есть? Один, да. Мне что-то не повезло, вообще ужас. И что делать? Ну, я обычно всегда сигну кручу. Окей.
созвездии уже когда-нибудь. Здравствуйте. Ты чувствуешь, да, вот это уже не первый раз? Мне в оружейном баннере падают персы, а в персовом мне часто падает оружие. Не, ну вот так сролить Байджу, это просто... Это рекорд всех рекордов. Ух ты, аквамарин. Три фиолетки, ничего себе. Ну, недаром я сегодня транзиты посмотрела. Кстати, после Коф и Ханка это... Походу, скипа... это компенсация. Не-не, я имею в виду, скипаешь. Нормоз, катал. Это 30? По-моему, да. Хотя меня не спрашивай. Пау. Сорок. Пятьдесят. Смотри, каждая по разу выпала. Обалдеть. Ну это хорошо, у меня фаониев мало. Шестьдесят. Ну, оружейка решила, как обычно. Ну, вот этого вот поменьше, пожалуйста. Я не знаю, куда девать этот меч. Он странный. 70. Страшно. Да. Ну, у меня будет молитва святым ветрам. Я даже проиграла ивент. Видишь, я орала, я не хочу этот самый. Лукамаса. Окей. Одно очко есть. Кому будешь давать? А в этом беда. Я не играю каталистами практически. То есть у меня есть вот хилы, да? А, ну, не знаю, Мони как он, нормально? Надо будет почитать. Ну, он у тебя на кли? Да. Угу. Если, наверное, Мону в ДД делать, я думаю, но... Что происходит? А что происходит-то сегодня вообще? Госпожа Сара Кудзи, здравствуйте. Страшно. Твои ставки? Ну... Ну, прямо сейчас вот был просер, да? Причем угу. Просер ивентового. Совсем. Ну, давай. Не будешь же, как я. Это у меня. Надо сначала просрать, потом... А потом получить по гибель? Получить, да, что-нибудь. А можно мне, пожалуйста, по гибель? Офигеть. У меня что сегодня? Это грузовик с леденцами? Ну, теперь можно созвездие ролить. Опрокинулся. Нормально. Будешь созвездие ролить? А я не читала его созвездие, понимаешь? Приказу он с роль. Ну, куда она мне? Я лох. Амос есть. Амос есть, да. Ну, я не знаю. Лазочка негодует. Я за лучников плохо играю. Зато ежедневки очень удобно делать. Ну, это да. Я играю только за одного лучника, который играется как милик. Ну, он так себе лучник. Ну, он милик. Не знаю. Кстати, я знаешь, что негодую-то? Ну, у меня фишель-то C6. Чемодан не выпал. Мне кових не выпал. Ну, так вот. Ну-ну-ну-ну. Что делать? Ты что делать? Ну, либо созвездие, либо козу. Вдруг выпадет. Сейчас чисто поржать. Доктор Байджу, здравствуйте. Увеличивает количество зарядов навыка универсальная диагностика на 1. Но это Ешка. Я не знаю, насколько это... Надо. Я еще не разбиралась. Давай мы пока рейзеры. О, у меня на рейзере вообще ни одного созвездия нет. Офигеть. Коротко о моих фиолетках. Кандаки хоть теперь есть. Ура. Да. Что, не было? Не было. Не знаю, или оставить. А то 25 круток. Блин, ну ладно. Давай вот так вот. Я покручу, как бы гоню. Она няшная, тоже прикольная. Спит на ходу, много работает. Вот, потому что на самом деле я еще ковех хочу в коллекцию. Ну, чисто вот, просто чтобы был.
Ну, за 25, я думаю, выпадет. Кандаки. Молодец. Хорошо вангуешь. Отлично. Ну, программа минимум есть. Я бы даже сказала, не то, что минимум. Ну, еще одну десятку не получится крутануть. Получится. У меня вот 39. Я молчу про вот это вот. Это я ничего не переводила, это я оставляла на случай, если мне я-то просто фиолетки не фартанет. Я жду только если Кею. Но я не знаю, когда он будет. Я не жду, потому что мне он нафиг не нужен. Давай так. У меня есть вместо Кеи и Коза. И Аяка. И еще Кандаки. В теории у тебя, наверное, даже хватит на гарант. Если все-все перевести, нет? Ну давай. Гулять так гулять. Я, наверное, взял. А там хоп, и делюк выпадет. Ну, кстати, отлично. Я буду очень рада. Это уже 40? Как уж сушкандаки просто сыпет, как я не знаю что. Ну давай, моя богиня, побереги наш этот. Фишель это кэшбэк, она у меня первый перс, который собрался C6, как бы это не было странно. Так, что делать? Значит, вот тут две. Зря закрыла магазин. Угу. Вот тут еще одна. 8, да? Вот сейчас вот должна быть лека. Надо как-то на две крутки, да? Я не умею считать. А я сбился у тебя со счета, поэтому... А вот сейчас должна быть уже 70, по-моему. Угу. Ну, на 2 это сколько у нас? 160 здесь, да? Ну, еще одну сотку добавляй. А зачем? У меня там 20 примагем. 39 примагем. Тогда да. Перезакрыла магазин. Не тут. Вот тут. Это кэшбэк с этих... Да. С ножей. Да. Совсем решила до победного. Это 70, по-моему, было чуть ли не. Ну, мне прям уже интересно, кто выпадет. Ясно. Еще десятка. Сколько? 1600? Ну, смотри. Шаньха выбила. Да. С туманом. С туманом. Причем прям с первой крутки. Или там со второй, не помню. 1600. Ты кого-то еще хотела крутить-то? Нет. У меня все есть. Что, у меня так-то осталась одна Иола и все. Твои ставки. Ну давай уже, чтобы вот прям совсем эпично сегодня было, надо вот козу выбивать. Кицин. Она тебя любит. Как она меня любит. Я, если честно, я сегодня, знаешь, кого надеялась выбить? Ты будешь ржать. Чичу. Думаю, ну может, с Байджу-то Чича придет? Нет. Люди, наверное, у виска крутят, скажут, сумасшедшая. 58-й ранг, год, аккаунт, 0 чечей. Ну, у всех своя это. У всех свое проклятие. Да. У меня до сих пор нет ни Тигнари. Ну... А, собственно, Дехия уже ушла в стандарт, да? Следующий у тебя будет точно. Да, гарант. Это хорошо. Я рада. Пусть будет вот так вот. Меня даже устраивает.
Блин, офигеть. Какой там созвездие-то четвёртое? Ты меня уже переплюнула. Угу. У меня... У тебя три, по-моему, да? Третье, да. Ну, ты потом начал выигрывать, а я... Нет. Что у нас там, Кэндис? Все три. Ну-ка, Овеха выпал тоже хорошо. Прикольно. Индуктор Байджу. Один только. Да, Овеха один. За все время. Угу. Нормально, да. Это как у меня тогда кто? И Дори, и Кандаки, по-моему, мне тоже. Кто-то вот из них. Так. Ать. Красота. Со змейкой. А у меня нет круток вообще. Я пытался Нилу выбить. Созвездие. Но так и нет. Ну, у меня оставалось, на самом деле, до гаранта где-то 15, наверное, 20 круток. День сегодня удался. Мне кажется, это мои самые лаковые крутки за год игры вообще. Ну, я помню, тебя там дед был когда-то тоже с первой, второй крутки. Нет, дед был 20-й, но после Моны. Угу. То есть он был через просер. А вот так вот, чтобы прям подряд была только что Шейня, и чтобы там на 20-ю крутку кто-то прилетел из ивента. Это вообще что-то нечто. Надо потом будет спросить у ребят, кто какие мантры читал. Я им там дала задание в мастерах. Качественно, молодцы. У меня прям четко все под раздачу на него. Ну все, теперь я буду твоим щитом. Будем помирать вместе в твоей этой бешеной пачке суицидников. Че, клево. Ну, в следующий понедельник будем тестировать. Да. Клёво. Та-дань! Всё. Обычно у тебя мат, когда ты останавливаешь видео. Да блин, да офигеть, да чтоб так прилетело, да камон, так же никогда не было. Круто как. Сейчас пойду задание легенды его делаю. Потому что коллега. Блин, классно. И сигной. Ну да, через проёб, но хотя бы на второй раз пришла. И достаточно рано, кстати. Сигна на двадцатку тоже пришла через проёб, но на двадцатку. Я ещё не смотрела свои транзиты, ещё подумала, ну так, ничего вроде, да? Охуеть.